Второй в городе консультационный центр для родителей открылся на этой неделе. Он называется «Умка» и располагается в детском садике номер 7. Подобный центр при 201-м садике обновили в феврале этого года. В обоих учреждениях квалифицированные специалисты бесплатно помогают родителям, чьи дети нуждаются в занятиях с дефектологом, логопедом или психологом. Сначала занятия и знакомства, затем полная диагностика. Если потребуется, родителям предлагают комплекс занятий с дефектологом, логопедом, психологом. Либо советуют, как заниматься с ребенком дома. Так работают оба центра. Они оснащены современным интерактивным оборудованием для детей раннего возраста, для ребят с особыми потребностями и ограниченными возможностями здоровья. В 2017 году консультацию в центре при 201-м детском саде получили 250 семей и дистанционно через Skype 55 семей. Все родители могут записаться на занятия по телефону или на сайте. Оба центра обустроили благодаря федеральному гранту Министерства образования и науки России на общую сумму около 14 миллионов рублей.